Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту» в студии Ирина Петрова. Ирина Петрова – старший помощник прокурора Республики Татарстан по правовому обеспечению, кандидат юридических наук, старший советник юстиции. Разъясните, пожалуйста, что такое дачная амнистия? 8 декабря 2020 года был принят 404-й федеральный закон, который продлевает дачную амнистию до 1 марта 2026 года. Эта амнистия касается жилых и садовых домов на земле, предназначенной не только для ведения гражданами садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Право на указанные дома можно оформить в упрощенном порядке. Потребуется только технический план и правоустанавливающий документ на участок, если право на землю не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Кроме того, владельцы дачной и садовой земли, участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, на которых до 4 августа 2018 года начато строительство или реконструкция жилого объекта, смогут до 1 марта 2026 года направить в уполномоченный орган уведомление о планируемом строительстве или реконструкции. В этом случае не придется получать разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.